У меня с года 11 человек, должно быть 30. У нас от батальона, батальон 320 человек, нас 52. Да, завтра, ну, отказники, не только раненые, убитые, отказников, вал просто. Они, когда раскрыли эти ворота, без всяких возрастов, без статей, без медосмотров, сюда повалила одна шваль. Вся шваль убежала после первых двух обстрелов. Сейчас здесь остались одни ветераны и дети с характером. Ну, в смысле, дети есть тут 20-летние, 25-летние, которые вот фильмов пересмотреть. Пропаганда работает? Угу. Вот, вот. А так ничего, все ничего. С сигаретами плохо, а так очень ничего. А там кто-нибудь из наших есть из Нижегородских, нет? Есть, но мало, мало, мало. Ну, есть. Мало. А основная масса – это юг страны. Uh-huh. Ну, Ставрополь, Ростов. С Крымом вообще никого нету. Я говорю, вот смотрите, Крым наш, нахуй. Хоть один крымчанин есть в батальоне? О, я говорю, вот так. Наша хата в крае. Uh-huh. У нас тут, у нас... Свои подорвался, сегодня свой подорвался. Мы уходили, оставили позиции. Ну. А позиции я наставил растяжек. А он мне не сказал, пошел забрать свой рюкзак с плащ-палаткой, с клеенкой. Но я поставил грамотно, он не увидел. Ну вот ему кусок жопы оторвал. Ой, кошмар такой. Ну вот я виноват, не виноват, вот как. Вот так. Короче, я тебе сказал, русская пехота, все, вот как должно быть, и смех, и грех, и подлость,